Добрый день, очень рада вас снова приветствовать. Здравствуйте, мы начинаем наш очередной вебинар, вебинар осенней серии вебинаров Центра СНЕЙЛ. Меня зовут Юлия Нацкевич, и я по традиции открываю наши вебинары. Я вижу, что вы уже начали здесь здороваться, видно, что здесь есть старожилы, те, кто к нам приходит регулярно. Всем еще раз добрый день. Предлагаю всем, кто присоединяется, поздороваться друг с другом в чате, написать, из какого вы города, региона, для того, чтобы мы увидели друг друга, вот хотя бы так, через чат, увидели, кто откуда к нам пришел. Итак, всем еще раз добрый вечер, добрый день, доброго времени суток. Нас приветствует Магадан, добрый день, вас тоже, Елена, приветствуем. Центр СНЕЙЛ географически находится в городе Омск, так что я приветствую вас из Омска. У нас сегодня такая немножко зимняя погода, прохладно, снег. Интересно, как же в других городах. Вчера мы узнали, что у нас есть уже у кого-то и минус 26, а у кого-то было плюс 10 и шел дождь. Так вот такая большая у нас страна, и погодные условия всех разные. Крым на связи, замечательно, вам рады, Мария. Так, добрый вечер, Хмао с нами, поселок Чкаловск Нижегородской области. Всем привет, всем привет. Нижний Новгород, добрый день, Тюмень, добрый вечер, очень рады вас видеть. Так, присоединяйтесь, пишите. Итак, вот нам первый слайд подвешили наши помощники. Здесь рассказано о том, что можно будет заказать свидетельство после вебинара. И подробнее о том, как это сделать, я расскажу вам в конце вебинара, выйду еще раз. Не забуду, расскажу. Вопросы по свидетельству не задавайте, пожалуйста, ведущей вебинара. Она не знает, ничего, конечно, знает, но это не тема ее сегодняшнего рассказа. Поэтому мы давайте будем избегать вопросы, не связанные с содержанием вебинара. Сегодня у нас тема пиктачат, который представляет у нас сегодня Амелицкая Татьяна, заместитель руководителя Центра СНЕЙЛ. И расскажет о том, что такое инфографика, как простую и сложную, как сложную информацию преобразовать и представить в очень динамичной, интересной, простой инфографике. Так, к нам добавились еще люди. Кемеровская область, добрый вечер, Новокузнецк. Серов, Свердловской области с нами, Юлия, добрый вечер. Добрый день из Белоруссии, Оксана, мы очень вам рады. Здравствуйте, у вас еще совсем день. Приморский край, город Артем. Добрый вечер, очень вам рады. Ростовская область. Такая у нас уже сегодня видна география. Большое всем спасибо, что вы присоединяетесь. Напоминаю, что на сайте центра, на сайте itpedagog.ru у нас размещены все вебинары. Наверное, вы об этом уже знаете. Да? Напишите в чате, знаете вы об этом плюсик, не знаете минус. Добрый вечер, Владивосток, очень вам рады. Мы всегда после окончания вебинара на следующий день размещаем все видео с вебинаров из Удмуртии, город Ижевск. Добрый вечер, очень рада. Ура, я вижу и слышу. Замечательно, Мария, очень приятно, что вы нас видите и слышите. И вот завтра мы разместим там и сегодняшний вебинар, и презентацию к нему. Поэтому всегда помните, можете обратиться в любой момент. Этот контент всегда доступен и открыт, бесплатный. Можете рассказать на педсоветах своим коллегам, поделиться, чтобы они заходили на сайт itpedagog.ru, знакомились с контентом, узнавали что-то новое для себя, брали свою методическую копилку и использовали. Мы всегда стараемся предложить очень интересные темы, найти интересных спикеров. И я предлагаю на каждом вебинаре, рассказывая о том, что каждый из вас может стать тоже спикером вебинаров Центра СНЕЙЛ. Для этого вам нужно на адрес забота@nextnail.ru написать небольшое о себе резюме, указать, как вас зовут, откуда вы, тему предполагаемого вебинара и примерно о чем вы можете и хотите рассказать. Нам будет очень интересно, мы познакомимся, свяжемся потом с вами, скоро уже будем формировать список зимней серии вебинаров, начнем к ним готовиться. Поэтому, если у вас желание, то вы можете заявить свою тему или порекомендовать нам кого-то, кого бы вы хотели послушать на нашей зимней серии вебинаров. Добрый вечер из Благовещенска, добрый вечер вам. На сайте также itpedagog.ru размещено расписание следующих вебинаров.
уже потихоньку подходим к завершению нашей осенней серии вебинаров. Сегодня вот мы вам расскажем про инфографику. Завтра 9-го вас ждем на вебинар, посвященный игре по ОБЖ «Муравей». Полищук Павел Валерьевич расскажет о том, какие задания в этом конкурсе и как успешно в нем поучаствовать. Так что приходите, узнайте, как зарегистрировать своих детей и эффективно поучаствовать. А 10 ноября у нас будет вебинар «Как получить материальное вознаграждение педагогам и детям, участвующим в дистанционных мероприятиях Центра СНЕЛ». Добро пожаловать на такой наш вебинар. Попова Светлана Леонидовна расскажет подробно все по этой теме. А 11 числа у нас очень необычный вебинар по новым конкурсам Центра СНЕЛ. Это конкурсы по китайскому языку. Мы с этого года включили такие мероприятия в наше расписание и вот решили провести вебинар, на котором расскажем, какие будут ждать детей задания. Так что приходите, если есть интерес, если у вас дети изучают китайский язык, приглашайте их в наши конкурсы. Я думаю, что такое начинание будет интересным, потому что китайский становится востребованным, в России становится очень многими изучаемым, и мы начали проводить такие конкурсы. 14 ноября у нас будет вебинар о сайте Центра СНЕЛ, который расширяет возможности эффективного участия. И Солодовникова Анастасия Викторовна, менеджер и координатор сайта Центра СНЕЛ, расскажет подробнее все о нем, как зарегистрироваться, как авторизоваться, возможность личного кабинета, бонусный баланс, все такие вопросы. И последний вебинар у нас 15 ноября в этой серии проведет Ковиц Марина, образовательный блогер, докторант Института цифровых технологий Таллинского университета. Я приглашаю вас на вебинар «Сценарий перевернутого класса». Марина очень активно занимается этой темой. Большинство людей от нее и узнали о перевернутом классе. И не только как о теории этого движения, такого трендового, современного, но и о том, как это реализовать. То есть она практик и показывает реальные практические вещи, которые можно с завтрашнего дня практически начать использовать. Так что, чтобы не забыть, вы можете зайти и зарегистрироваться, чтобы вам в день начала вебинара на почту пришло напоминание, и вы не забыли. Так, добрый день, к нам присоединился Минусинск. Добрый день. Приветствую всех на Анна Столбова. О, добрый вечер, Алла Митюк из Омска. Вы регулярно выходите, я очень вам рада. Думала, сегодня вас нет как-то. Ну вот, практически все старожилы на месте, я очень вам рада. Итак, мы начинаем, приглашаем Татьяну Амелицкую к нам присоединиться. И начинаем вебинар, который продлится ориентировочно в течение часа. Я предполагаю, что вам будет очень интересно. Инфографика – очень интересная тема. Таня вот с нами, добрый день. Все, передаю тебе слово. Я включаюсь, в конце нашего вебинара я подключусь. И отвечу на все вопросы, которые у вас могут возникнуть. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Юлия Александровна уже очень хорошо рассказала о том, какие нас еще ждут вебинары, и даже немного затронула нашу сегодняшнюю тему. Но в первую очередь я, конечно, хочу у вас спросить, хорошо ли вам меня видно и слышно, потому что от этого качества будет зависеть наш вебинар. Вот мне подсказывают, что да. Отлично. Ну, замечательно. Тогда начнем. Надеюсь, что ни у кого никаких проблем не возникнет. Будем считать, что и видео, и звук передаются хорошо. Итак, наш сегодняшний вебинар называется «Пиктачарт. Как представить сложную информацию в простой инфографике». Сначала хочу немного с вами поделиться предысторией. Как вообще возник такой вебинар и откуда мы узнали такой сервис «Пиктачарт». Недавно в Центре СНЕЛ появилась необходимость в создании красивых и информативных картинок, которые могли бы сложную какую-то информацию представлять наглядно и так, чтобы было всем понятно. Тогда мы занялись поисками замечательного сервиса, понимая, что нам нужна инфографика. Но так как мы не являемся профессионалами, дизайнерами, профессионалами, программистами, да, что мы все-таки работаем по организации проведения дистанционных конкурсов, то сервис Pictochart, который нам подвернулся, оказался самым подходящим. Почему? Потому что там интуитивно все понятно, легко и просто, а результат нам нравится, он на высоком уровне. Поэтому вот таким
воодушевлением послужил нам этот сервис, для того, чтобы мы поделились им и с вами. Для того, чтобы мне понимать, насколько вообще актуальна эта информация, как вы в дальнейшем сможете ее применить, да, чтобы построить наш диалог, пожалуйста, расскажите, где вы работаете, в какой сфере. Я думаю, что большинство, конечно же, у нас работает в образовании, но хотелось бы от вас услышать подтверждение моей гипотезы. В школе, замечательно. В образовании. Учитель английского языка, школа. Очень хорошо. То есть, да, вот я прям вижу, что у нас большинство, наверное, даже все участники – это педагоги. Педагоги доп. Образования, воспитатели в дошкольных образовательных учреждениях, методисты, замечательно. Ну, очень хорошо. В конце вебинара я надеюсь, что мы с вами ответим на вопрос, как его можно применить в образовании, этот сервис, и я услышу какие-то ваши идеи. Ну, а пока посмотрим, что такое инфографика и как же ее нарисовать. Нарисовать за короткое время. Я думаю, так как вы сюда пришли, то слово инфографика не является для вас пугающим, но тем не менее, чтобы мы все точно были в равных условиях, да, еще раз акцентирую на этом внимание, что инфографика совсем несложно, это слово, которое состоит из двух, от слова информация, то есть осведомление, разъяснение, изложение, и от слова писать письменно. Вот. Соответственно, это такой графический способ подачи информации. Цель его — быстро и четко преподнести сложную информацию, так, чтобы было понятно всем, даже тем, кто этой темой не владеет. Ну вот, несколько примеров я хотела бы вам привести. Смотрите, что это вот абсолютно на государственном уровне созданная инфографика для ЕГЭ, которая проводилась в 2014 году. Что нужно принести и что можно принести на ЕГЭ по тому или другому предмету. Таким образом, в картинках очень просто объясняется правило, что ребенок может иметь с собой, когда он идет на ЕГЭ. Ну, в данном случае по математике, физике, химии и по географии. Вот, очень знакомые плакаты пишут. Видите, как замечательно? То есть это еще и получило достаточно большое распространение. Еще один вариант инфографики, который мне жутко нравится, ну, он к школе никак не относится, это инфографика о пенсионерах различных стран. Почему мне нравится эта инфографика? Потому что здесь графически, а именно нарисованными людьми, представлены различные факты. Например, размер пенсии, как вы видите, все, что выше лавочки, да, и все, что ниже лавочки, возраст какой пенсионный будет у нас в той или иной стране. Кроме того, здесь авторы очень оригинально играют цветами. У каждого представителя, как вы видите, надеты два носка, один красный, второй зеленый. Красный рассказывает нам, что происходит у мужчин, пенсионный возраст, да, а зеленый у женщин. Очень лаконичная, но очень информативная инфографика. Ее можно рассматривать и находить здесь новые-новые факты. Да, я очень рада, что вам тоже понравилась французинка, ну, милый очень плакат, и тем не менее информативный. Вот еще один пример. Это инфографика, один из тоже популярных типов инфографики, когда мы какую-то хронологию рассказываем. Ну, в данном случае это хронология Великой Отечественной войны и событий, которые происходили. Ну, понятно, что хронология это может быть разная, начиная там от планов на четверть класса, например, да, почему бы не представить в виде инфографики, до какой-то инфографики хронологической на уроке, да. Там на истории, ну, тут совсем, это может быть совсем просто, да, это может быть и хронология событий, и хронология каких-то действий, и хронология какого-то глобального масштабного, да, события исторического. На других уроках это может быть рассказ о биографии ученого, о биографии писателя или об истории открытия чего-либо, да. То есть такая инфографика тоже очень популярна, и достаточно много вы ее можете найти в сети. Готовясь к вебинару, я, конечно же, попыталась найти и составить, переработать для вас небольшую инструкцию, как все-таки создается инфографика, что для этого нужно делать, чтобы она получилась хорошей.
Если вы вдруг с этим уже знакомы, я вам жутко рада. Возможно, вы где-то поможете и что-то прокомментируете. Ну, тем, кто не знаком, надеюсь, что вам в дальнейшем такая инструкция поможет. 5 простых шагов по созданию инфографики. Первый шаг – это мы ищем информацию. То есть решаем, о чем мы вообще собираемся создать эту инфографику. Второе – создаем дизайн, придумываем, что бы мы могли разместить, в каком стиле это будет. Третье – это подбираем текст. Потому что, как вы понимаете, голые цифры, голые картинки на инфографике, конечно, можно попытаться таким образом что-то рассказать, но вряд ли это будет информативно. Собираем всю работу. Для этого нам как раз и понадобится пикточарт на 4-м этапе. И проверяем и корректируем. Это как бы взгляд со стороны. Замечательно, если он у вас есть, что кто-то может посмотреть на вашу инфографику и делать какие-то замечания, чтобы вы поправили до того, как отпускать ее в массу. Немножко поподробнее я на них остановлюсь, но буквально 5 минут. Первый шаг, из чего он состоит, да, ищем информацию. Как я уже сказала, мы определяем цель инфографики и аудиторию. Ну, если вы педагог, добрый день всем, кто присоединяется. Если вы педагог, то, естественно, вашей аудиторией будут дети того класса, для которого вы готовите инфографику. Ну и, собственно, целью может быть разная. Это может быть донесение расписания уроков или, до детей я имею в виду, или это может быть, например, выступление на педсовете, и вы хотите представить инфографику, или вы готовитесь к уроку. То есть, ну, цель аудитории определить несложно, да, если мы решили сделать инфографику, то уж куда мы делаем и зачем, мы это понимаем. Добрый вечер, Елена, добрый вечер всем, кто присоединяется. Ну, во-вторых, на этом этапе нужно найти необходимый материал. Естественно, но это не только для инфографики, это в любом случае, в любом научном образовательном сообществе информация должна быть правдивой и четкой. Тогда она и представляться будет легче, то есть сложно представить нечеткую информацию, а какого-то описательного характера, да? И, естественно, она должна быть проверенной, правдивой, это должны быть факты, потому что мы предоставляем их аудитории как какой-то информационный листок в нашу инфографику. Второй шаг, наверное, самый длинный и самый сложный, но в то же время самый интересный во время создания инфографики. Это придумать ее структуру, во-первых. Здесь, конечно, лучше пользоваться, так советуют практически все люди, занимающиеся инфографикой, и мне кажется, так проще и правильнее. Нужно взять листочек бумаги, ручку, карандаш, что-то, чем вам нравится писать, просто чтобы вам было приятно, и начинать рисовать. Рисовать, чертить схемы, зачеркивать, потом, возможно, вы это поменяете. Но какой-то первоначальный образ у вас уже сложится. Если вдруг вам совсем никак не придумывается, как же должна выглядеть ваша инфографика, то можно воспользоваться разными готовыми шаблонами. Вот на слайде они представлены, целых 6. Это стандартные шаблоны, которые уже придуманы настоящими дизайнерами, их можно использовать. У них есть определенная логика и определенное назначение, для чего они могут пригодиться. Информативное, например, да, это для подачи большого количества информации. Как вы здесь видите, эту информацию можно будет бить на блоки, выделять какие-то признаки, критерии качественные об одной и той же информации. Вторая инфографика, да, второй шаблон, который называется «Много данных», соответственно, и подходит для тех случаев, когда у вас есть много диаграмм, графиков, каких-то данных, которые вам удобно представить именно так, с подписью на инфографике. Третье – сравнение. Это такая инфографика, в которой, как правило, вертикально делится страница и сравниваются два объекта. Объектов может быть больше. Но если вдруг у вас их совсем много, то инфографику, конечно же, можно расположить как альбомный лист и располагать точно так же вертикально эти объекты. Они сравниваются по ряду критериев, вот вы видите справа и слева различные ссылочки, да? После чего какой-то вывод определенный делается. Следующая инфографика – это шкала времени, как раз наша хронология, о которой мы говорили. В данном случае она представлена вертикально, может быть представлена горизонтально, как вам удобнее. Здесь удобно отмечать не только хронологию каких-то событий, но и, например, инструкцию. Тоже очень хорошо можно писать в данный тип инфографики.
Следующий тип – это визуализация. Такая инфографика будет характеризоваться, и такой шаблон, большим количеством картинок, которые что-то объясняют. Когда у вас очень сложная информация, объяснить ее проще с помощью картинок, потому что она визуально запомнится, останется в памяти, да, вашей аудитории. Ну вот, пожалуйста, такой шаблон, где каждая картинка, ну, буквально одна подпись к ней идет, ну, как заголовок, либо как пояснение, и таких картинок несколько. Ну и последний вариант – это карта. Карта тоже позволяет, позволяет вместить в себя большой объем данных. Это может быть карта по выполнению чего-либо, то есть типа инструкции, либо карта по характеристикам какого-либо объекта. То есть, ну и как вам придумается, что именно вы захотите рассказать по этой карте. Здесь очень много можно вместить именно информации, как текстовой, так и графической. Ой, большое спасибо вам уже за благодарность за структуру. Мне тоже очень нравятся эти шаблоны, мы тоже ими пользуемся. Поэтому главное, не забывайте, что у нас очень много сделано инфографики, она вся в открытом доступе в сети интернет. В любом поисковике вы можете найти инфографику по любой тематике, просто насмотреться ее, красиво, ярко и красочно зарядиться и пойти делать свою инфографику. Не бойтесь черпать идеи, это важно, вы обязательно создадите что-то свое после того, как у вас поднимется настроение от увиденного. Вот, шаблоны, пожалуйста, после вебинара вы, конечно же, сможете скачать презентацию, эти шаблоны у вас останутся, и вы сможете ими пользоваться. Итак, на втором шаге, где мы еще, я напоминаю, с вами создаем дизайн, после того, как мы продумали структуру, мы определяемся с нашими графическими объектами, какими-то диаграммами. Естественно, тут нужно пользоваться правилом «меньше текста, больше данных». Все-таки это графическое представление информации. Это не текст. Текста должно быть минимум. Он должен быть четким, но мы об этом поговорим немножко позднее. И должны быть красивые графические представления данных. Единственное, что хочется отметить на этом шаге, что всегда нужно помнить, что инфографика должна быть не только информативной, но простой и понятной. Тем более, если ваша аудитория целевая – это дети, школьники, да? То есть мы стремимся к простоте. Сейчас приведу вам пример не очень удачный с этой точки зрения инфографики. Посмотрите, пожалуйста. Здесь огромная куча графиков. То есть есть какая-то круговая диаграмма в центре, она расходится на кучу различных графиков. Я понимаю, что у вас это, скорее всего, очень мелко видно, но поверьте, при большом приближении разобраться в этой инфографике очень сложно. Таким образом, информация как была сложная, так и осталась. В инфографику она не превратилась и не облегчила слушателям, читателям своим никак работу, да, по пониманию данной инфографики. Вот такого, конечно, стоит избегать. Вообще не нужно перегружать графиками свою инфографику. Возможно, от какой-то части информации, если вы понимаете, что она уже излишняя, лучше отказаться. Ну и последний этап этого шага, нашего дизайна, как я сказала, он самый большой и объемный. Это душа нашей будущей инфографики, то есть ее идея. Мы выбираем цвет. Цветами тоже не стоит очень сильно усердствовать. Как правило, это не обязательно, конечно, вы можете, абсолютно точно можете сами это определять, но существует правило трех цветов, когда вы выбираете три цвета, которые будут основными. Если вы вдруг хотите какие-то добавить еще цвета, то тогда добавляете к ним оттенки разные. В нашем сервисе, который мы с вами обязательно сегодня попробуем, в Пиктачарте, эта возможность существует, да, какие-то оттеночки подобавлять или сделать прозрачность цвета больше или меньше. Поэтому старайтесь очень много цветов не использовать. Если вы выходите за рамки трех, ничего страшного, но постарайтесь все-таки не перегружать. Слишком яркое пятно, тем более разное, будет отвлекать людей от самой информации. А нам важно в инфографике именно, чтобы сложная информация стала понятной и наглядной. Ну и не забывайте о белом пространстве. Это различные белые полосы, которые между вашими блоками можно вставлять, и таким образом вы сделаете акцент на том, что один блок закончился, а второй начался, и просто люди, глядя на них, будут отдыхать.
Ну, это вот пример использования всего трех цветов, да, и различных оттенков. Наглядно. В данной инфографике, конечно, сравниваются два героя. Третий шаг. Подбираем текст. Естественно, текстом у нас является название нашей инфографики. Не забывайте про него ни в коем случае. Обязательно нужно его сделать как можно более привлекающим внимание. И, конечно же, история очень важна. Всегда интереснее читать историю, чем просто сухие факты. Придумайте, что у вас происходит в вашей инфографике, если вы хотите, чтобы она стала еще интересной. Да? Если вы, конечно, статистические данные какие-то представляете, то вряд ли у вас получится сочинить историю. Но если вдруг у вас есть какой-то герой, то, возможно, как раз история поможет вам сделать вашу инфографику интересной, популярной, и она понравится вашей аудитории. На следующем шаге мы делаем макет на компьютере. В нашем случае мы с вами будем делать в пикточарте. И, конечно же, не забывайте вставлять логотипы ваши, вашу подпись, чтобы инфографика, когда она начнет гулять по сети, а я уверена, что так и произойдет, и вы начнете делиться в различных социальных сетях или ваша аудитория, обязательно были ваши инициалы и ваша подпись. Ну и последний шаг, когда мы проверяем и корректируем ее. Если есть возможность, нужно отдать инфографику, посмотреть на понятность кому-нибудь из целевой аудитории, чтобы проверить, насколько она понятна с первого раза. Если есть возможность, конечно, проверить ее, ну, не обязательно корректором, самостоятельно, просто постараться отдохнуть от нее и взглянуть еще раз, чтобы все мельчайшие ошибочки найти и не было никаких неточностей. Переходим с вами к нашему сервису. Ну, во-первых, я хочу спросить, достаточно ли понятные и простые эти 5 шагов, когда мы находим информацию, да, определяем аудиторию, разрабатываем дизайн, добавляем текст, оформляем все это, ну и, собственно, проверяем. Люсик, я вижу первый, да, все понятно. Я думаю, вы со мной согласны, это вполне логичные шаги. Я думаю, что вы бы по таким шагам именно и создавали инфографику. Потому что они логичны. Ну, чтобы, да, не терять на этом времени, мы с вами еще разочек все это прожили. Замечательно. Ну, давайте переходить, собственно, к нашему сервису. Я предлагаю, если у вас есть возможность, в соседнем окне открыть. Сейчас я в чате кину вам ссылку на этот сервис. И мы параллельно с вами сразу попробуем создать первые объекты наши, первую инфографику, да, попробуем подобавлять объекты, чтобы это сразу было настоящим занятием, и вы ушли из вебинара с определенными вашими какими-то результатами. Итак, адрес несложный, называется PictoChart, перед вами главная страница, на которую вы попадаете. Возможно, вам немного видео закрывает стрелочку на правом верхнем углу, написано Sign Up, то есть регистрация, именно сюда и нажимаем. Так как забегу вперед, я попрошу вас в конце, конечно же, всех прислать кусочек той инфографики, которая у вас получилась за вебинар, то поэтому очень надеюсь, что вы все зайдете в этот сервис, и мы сразу все попробуем, если какие-то возникнут вопросы, постараемся на них ответить и вместе разобраться. Потому что, повторюсь, сервисом мы пользуемся недавно, он нам жутко нравится. Возможно, какие-то вопросы останутся у нас только для службы поддержки, но я думаю, что у всех получится все. Пожалуйста, поставьте плюсики в чате, у кого открыт PictoChart, кто открыл его. Просто вот попал на главную страничку. Ой, замечательно. Все только на английском, но ничего страшного, не бойтесь, там везде есть графические элементы. Знакомые нам по Word и по различным, по Paint, по различным приложениям, которые у нас стандартные стоят на компьютерах, поэтому не пугайтесь английского языка. Итак, все, мы зашли в PictoChart. Нажимаем Sign Up, то есть регистрацию. И здесь у нас появляется окошечко, которое позволяет зайти через Google, если у вас есть Google аккаунт, через Facebook, если аккаунт в Фейсбуке есть, и просто зарегистрироваться через почту и паролем. Я выбирала
И сейчас выбираю регистрацию через Google аккаунт. Просто нажатие кнопочки, да, и вы зарегистрировались, согласились с тем, что он видит ваш профиль. И вы зарегистрированы в CryptoCharts. В следующие все разы вы будете заходить именно так же. Вот, кто-то уже оценил, что это очень удобно. Да, действительно, это так. Через Facebook, насколько я знаю, по отзывам тоже очень просто заходить. Ну, через почту это стандартная процедура регистрации на любом сайте. Если сразу тоже, да, давайте договоримся, что если вдруг какие-то у вас возникают вопросы или проблемы, вы пишите их обязательно в чате. Если у вас шаг получается, пишите плюсики, чтобы я видела, что мы продвигаемся, да, если вдруг мы будем где-то быстрее, вы будете немножко отставать, то тоже об этом сообщайте. Итак, я надеюсь, что у всех получилось войти в CryptoCharts. У Татьяны не получилось. Не через один из предложенных вариантов. То есть, так, вижу, что у большинства, конечно, получается. Выбирайте тот, который вам удобный. Если уж совсем прямо сейчас не получилось, то, возможно, вы не помните логин, пароль каких-то соцсетей от Гугла. Либо на почту придет попозже какое-то уведомление. Тогда вы можете продолжать с нами в вебинаре. Да, после адреса почты ниже пароль. Угу. Вот, можете продолжать с нами в вебинаре, у нас обязательно будут те скриншоты, а потом уже в более спокойной обстановке можете еще раз попробовать зайти. Угу. Итак, продолжаем. А вы уже ранее прошли регистрацию, подтвердили почту. Значит, на почте должно быть ссылочка, письмо. Вот у нас наша главная страница, как она выглядит. Да? Пока все заходят, и, собственно, смотрите сразу страничку, я буду рассказывать. Вверху, конечно же, отмечено, что это вы вошли. Если вы входили через соцсети или входили через Google, то автоматически ваши данные подставились. Естественно, у меня мой вариант CryptoCharts, у меня написано Татьяна Милицкая. Правее у нас наши сохраненные работы. Ниже представлены различные шаблоны. Есть шаблоны бесплатные, их 8, по-моему, они называются free. И есть возможность создать новую инфографику с нуля, которую вы хотите. Этот сервис CryptoCharts позволяет создавать не только инфографику, но и, например, презентацию. То есть это вы выбираете уже вы, что именно вы сейчас хотите создать, но мы, конечно же, коснемся с вами именно инфографики. Сервис бесплатный, есть возможность различных платных версий, но, понятно, за платную версию вы получаете дополнительные какие-то возможности. Мы пока обходились бесплатным контентом, поэтому я думаю, что вам тоже этого будет достаточно. Очень много различных графических объектов, иконок, различных возможностей и в бесплатной версии. Итак, мы с вами нажимаем. Ну, конечно же, мы сейчас вместе сразу создадим поле для нашей новой инфографики. Поэтому нажимаем Create a New CryptoCharts. Вот он, слева эта кнопочка, самая первая в шаблонах. После этого нажимаем Create, да, мы навели, он у нас засветился таким красивым морским цветом, бирюзовым, да. И выбираем инфографика, она первая. Дальше идет презентация, постер и статья. Ну, нам нужна инфографика. Выбираем инфографику. Create a new CryptoCharts, то есть создаем новый CryptoCharts. И выбираем инфографику. Вот, перед нами появляется вот такое замечательное окошечко, которое будет нашей рабочей областью, в которой мы будем в дальнейшем работать. Это наш редактор, в котором мы создаем нашу инфографику. У кого получилось создать новую инфографику, пожалуйста, поставьте плюсики у нас в чате. Замечательно, вижу, что получается. Ангелина и Гуль Наталья. Угу. Хорошо, то есть у нас, в принципе, сложности не возникает, да? Все, кто пытается, у того получилось. Время от времени буду отвлекать вас из нашего CryptoCharts в чат, чтобы иметь какую-то обратную связь. Наталья, вы написали на английском, напишите, пожалуйста, еще и на русском.
Вот, и мы постараемся ответить на ваш вопрос. Итак, вот такой у нас редактор перед нами возник. Сразу, в общем, познакомимся. Слева в столбце у нас меню общее. Сейчас мы познакомимся с ним поподробнее, сразу все попробуем поделать. Далее у нас подменю. Не владеете английским, поэтому не понимаете, что хотят. Наталья, я так понимаю, на этапе регистрации у вас возникли проблемы. Напишите, пожалуйста, если регистрация. Давайте, если... А, прошли регистрацию. Хорошо, если прошли регистрацию, у вас должно появиться вот такое окошечко, как представлено на слайде. Нажимаем вот по стрелочке «Новая инфографика». Вот я сейчас указочкой вам показываю. «Новая инфографика», ее по стрелочке нажимаем на этот плюсик. Да, в браузере Google перевод автоматически, все правильно. Нет такого окошечка. Наталья, ну давайте тогда пока с нами по презентации, а в конце вебинара мы отдельно с вами индивидуально посмотрим, что же у вас там получилось и почему у вас не появляется такое окно. Кто уже регистрацию прошел, создали новую инфографику, да, нажали Create New PictoChart и выбрали инфографику. Появилось вот такое окошечко. Немножко возвращаю вас в вебинар, сейчас познакомимся, собственно, самым важным, с редактором нашего PictoChart'а. Левое вертикальное меню будет показывать нам, какие действия мы хотим выполнить. Да? Выбрать графические объекты какие-то, что-то загрузить, выбрать фон и так далее. Так, вот Марина, я так понимаю, подсказывает Наталье в чате, как нужно заполнить окошко с регистрацией, да, это если регистрация через почту, то, конечно, оно вас запрашивает личную информацию. Замечательно. Вот у нас уже и взаимная поддержка, и взаимопомощь появились в нашем вебинаре. Итак, мы пока продолжаем. Не переживайте, здесь ничего сложного нет, вы можете присоединиться абсолютно на любом этапе, как только регистрация закончится. Итак, следующий... вертикальные объекты, да, это у нас под меню. В зависимости от того, что мы выбрали в меню, тут у нас будут разные элементы. Сейчас мы про них поговорим, да, тоже отдельно. Здесь у нас панель инструментов, область самой инфографики, то есть это будущая наша картинка, пока это белый лист, потому что мы выбрали новую, да, не шаблон. Здесь мы введем название нашей инфографики, вводить можно на русском, чтобы она потом запомнилась и сохранилась у вас на русском, и вы могли в любой момент эту инфографику достать. Вот, собственно, и все элементы редактора. Давайте постепенно рассматривать. Вот наше левое меню. Вот оно у нас выделено, напоминаю. Именно его мы сейчас будем смотреть. Что здесь есть? Ну, условно перевод того, что происходит в меню, что мы можем выбрать. Какие-то графические элементы добавить на инфографику, да? Это первый значок, график с написанным. Дальше загрузка идет, то есть мы можем загрузить нужное нам изображение, фотографию, что мы хотим ставить в инфографику наше. Это очень удобно, потому что, конечно, обычных стандартных иконок не хватает. Нам хочется индивидуализировать нашу инфографику, и для этого мы можем использовать любые объекты, которые мы хотим наши. Фон. Это мы выбираем фон для нашей инфографики, это может быть просто заливка или какой-то узор, мы еще с вами посмотрим. Текст. Понятно, без текстовых полей никуда, как мы уже поняли, да, это и заголовки, все и пояснения, и инструменты различные. Что туда будет входить, тоже разберемся. Теперь по порядочку. Первое меню, графические элементы. Все, кто сейчас у нас находится в PictoChart'е, кто... создал новую инфографику. Вот кто-то подсказывает, что при регистрации через почту нужно выбрать 18+. Итак, кто у нас находится в PictoChart'е? На этапе создания новой инфографики выбираем меню «Графические элементы». У вас появляется вот такое подменю выпадает. Там мы можем выбрать фигуры, линии, иконки, фотографии, фоторамки.
пожалуйста, в чате поставьте плюсики, у кого получилось выбрать графические элементы меню. Угу. Ну, замечательно. Что получается, я смотрю. Теперь мы с вами попробуем эти наши графические элементы добавить. Первое, что мы добавим, это фигуры и линии. Нажимаем на название Shapes and Line. Это как, наш, как раз наши фигуры и линии. И он нам открывает меню, которое мы можем добавить. Это различные элементы. Как их добавить? Щелкаем просто по ним, либо перетаскиваем в нужную область инфографики. Если он вам говорит о том, что нужно выбрать блок, если он говорит о том, что нужно выбрать блок инфографики, да, она у нас разбита на заголовок, основную часть и подпись. Ну, вы просто щелкаете справа на поле, в любой удобный для вас блок, именно там и появится фигура. Так, Татьяна, прошли регистрацию? Прошли регистрацию, у вас должно появиться окошечко, в котором есть, сейчас немножко вернусь назад, создание новой инфографики. Вот, посмотрите, пожалуйста. Создание новой инфографики. Create new infographic. Вот мы создаем TextChart и выбираем инфографика. И далее уже работаем с ним. Итак, надеюсь, что графический элемент у вас появился. У кого появился графический элемент в инфографике? Ну, в данном случае у меня в примере это прямоугольник. Как я добавила квадрат, да, и мы растянули просто его до прямоугольника. О, замечательно, плюсики вижу, значит, у всех появились звездочки, сердечки и треугольники. Ну, на самом деле это не сложно, что на английском языке, это только первый раз вас, наверное, пугает. Ну, вы привыкаете, плюс еще, как советовали уже коллеги, например, в браузере Google Chrome есть возможность автоматического перевода. И тогда у вас может быть не на совсем красивый перевод, но, тем не менее, он будет, и будет полегче. Если, еще такая, ну, как бы, совет, да, если боитесь чего-то, что написано по-английски, самый правильный способ, это, конечно, все попробовать на практике. Просто понажимайте кнопочки, тут вот, например, фигуры и линии, да, они просто представлены, не подписаны, а представлены именно графическими объектами. Что все легко и понятно. Посмотрите, когда мы выделяем нашу фигуру, какая бы она ни была, да, там прямоугольник, звездочка, неважно, что у вас, вверху появляется набор инструментов, что мы с этой фигурой можем делать. Я надеюсь, что они вам все понятны, просто интуитивны, но тем не менее два слова о каждом, да, начиная слева направо. Понятно, две стрелочки – это отменить действие, либо вперед продолжить, да, те, которые мы уже выполнили, вернуть. Затем идет вырезать, если мы хотим эту фигуру вырезать, копировать, если нам нужно скопировать эту фигуру, вставить копию, собственно, да, если мы хотим продублировать, удалить, замочек – это закрепить ее. Далее мы выбираем цвет. Вот здесь я прошу вас, пожалуйста, выберите для своей фигуры какой-нибудь цвет. Цвета можно выбирать либо из палитры, либо цветовым кодом. Он RGB здесь в пикточарте. Ну, можно просто щелкать на тот цвет, который вам нравится. Далее идет замечательная кнопка, которая, мне кажется, очень полезна для инфографики. Это прозрачность после цвета правее. Обращаю ваше внимание, что здесь у двух прямоугольников они одного и того же цвета. Но у верхнего прозрачность 100%, то есть он не прозрачен, а у нижнего 20%. Это позволит нам потом на наш фон, например, поместить какой-то объект, сделать его полупрозрачным, и тогда инфографика будет не с белыми пятнами или яркими цветными, да, а именно в одной стилистике, потому что объект у нас в какой-то степени прозрачен. Вот, далее идет ссылка, ну это если нам ссылку там, на текст нужно настроить, например, да. Потом кнопочка, где у нас круг, треугольник и прямоугольник, это перемещение вперед и назад объектов, если вы какой-то объект хотите поместить на другой, на второй объект, и переместить вперед или назад. Можете прям пощелкать, не пугайтесь, прямо вот вместе со мной эти инструменты щелкайте.
Пробуйте, перемещайте. Сейчас мы учимся. Всегда можно удалить, если вам не хватит места для создания своих настоящих, серьезных инфографик. Поэтому не переживайте. Пожалуйста, тренируйтесь. То есть это вперед-назад. Ну, там, когда нажимаете в выпадающем списке, он предлагает вам разные положения фигуры. Следующие две кнопочки, это два треугольника. Это отражение справа налево, слева направо, то есть относительно вертикальной оси или относительно горизонтальной, если вам это необходимо. Вот. Ну и последнее, это просто положение нашего объекта выделенного. Ну все, наверное, вот так длинно мы один раз с вами меню инструментов посмотрели. Оно, в принципе, будет очень похожим. Скажите, пожалуйста, набора такого инструментов не видите. Наталья, вам нужно сначала выбрать самую верхнюю, верхнее меню Graphics, оно называется, там картиночка нарисована, то есть это всякие графические объекты. Потом Shapes and Line, это фигуры и линии. Здесь выбрать любую фигуру, либо просто щелкнуть по ней, либо перетащить в нужную область. Если он будет ругаться, PictoChart, это значит, вы не выбрали область. То есть, ну, сначала нужно на ней будет щелкнуть справа, в нашей графической области, куда. И потом, после того, как вы добавите, он будет выделен, у вас появится это меню. Потому что меню меняется в зависимости от объекта. То есть для текста это будет меню немножко другое. Поэтому оно появляется, когда объект выделен. Вот. Пожалуйста, у кого все получилось? И меню инструментов понятное, а даже если какой-то забыли значок, то разобраться несложно. Спасибо, вы уже шлете плюсики. Я даже еще не попросила, не сказала про них. Замечательно. Все. Ну, то есть вроде как догадаться можно, даже если мы чего-то там не знаем. Не бойтесь щелкать, всегда можно отменить, напоминаю, у нас есть стрелочка отмены. Следующее – это возможность вставлять иконки. Закрываем наши Shapes and Line, то есть просто еще раз по заголовку щелкаем, он у нас свернется, ну, чтобы удобненько было. И щелкаем пониже, по подменю, это иконки. Иконки – это различные маленькие графические объекты, я думаю, вы с ними постоянно всегда сталкиваетесь. Они как раз и делают нашу визуализацию понятной, потому что они очень много чего нам объясняют. Вот, попробуйте, здесь, конечно, есть возможность поиска иконок, но она, естественно, на английском языке. Если с английским никак и переводить долго не хочется, то у нас есть возможность выбрать, вот там, где General сейчас написано, это основные различные пункты, в том числе и Education, это образование. Если нет, вы можете просто листать эти иконочки и выбирать те, которые вам понадобятся, вообще не пользуясь никаким английским языком. Вот, я, конечно же, прошу вас добавить еще и иконку, любую абсолютно, какая вам нравится. Если эта иконка черно-белая, то тогда вы всегда можете ее перекрасить. То есть у вас появится значок баночки с краской, и вы сможете выбрать для нее цвет. Если же иконка цветная, как в моем случае у меня на презентации, то, как вы видите, из меню нашего инструмента пропадает баночка с краской. Такую мы перекрасить уже не можем. Они будут именно такими, какими представлены. Вот. Иконочки мы точно так же можем копировать, удалять, вырезать, устанавливать им прозрачность, перемещать вперед-назад, отражать как горизонтально, так и вертикально. То есть все это сохраняется. Еще раз повторюсь, что если у вас иконка черно-белая, то вы тогда можете ее перекрасить в любой цвет. Если она цветная, то перекрашивать ее нельзя. Но он вам этого и не предложит. Итак, с иконками все получилось, я надеюсь. Ну, тут ничего сложного, точно так же, как линии и фигуры. Получилось, замечательно. Дальше я вас заставлять уже не буду вставлять элементы только по вашему желанию абсолютно. Ну, потому что здесь все происходит точно так же. Если у вас получилось ставить фигуры, получилось ставить иконки, то дальше не возникнет никаких проблем. Да? Следующая вкладка графических элементов – это фотографии. Фотографии какие-то, ну, достаточно много, представлен набор здесь в самом PictoCharte. Можно их использовать, если хотите, пожалуйста, можете хоть как фон их использовать. Все в ваших руках, естественно, перекрашивать их тоже нельзя. Мы просто можем как-то менять этот объект, увеличивать, уменьшать, там, отражать, что нам нужно.
Если это необходимо, вы всегда можете добавить свою фотографию. Мы до этого еще дойдем. Вот. Ну, это, собственно, фоторамка. Просто вы вставляете фоторамку. Внутри нее он вам пишет, что нужно щелкнуть, чтобы добавить фотографию. Выбираете фотографию или просто перетаскиваете ее туда. И у вас она автоматически подстраивается под фоторамку. Потом фотографию можно немножко растянуть или сжать, если вам это необходимо. Тоже два раза щелкнуть по ней. Ничего сложного. Так, следующее меню, с которым мы тоже сейчас с вами поработаем, да, с графическими элементами мы закончили. Там у нас были разные прямоугольники, треугольники, круги, линии, рамки, фоторамки, фотографии, иконочки. Это все самые важные, наверное, элементы инфографики. Они как раз добавляют нам то, что называется слово «графика». Да? Вот, теперь загрузки. Это следующий у нас пункт меню после графических элементов. Upload называется. Здесь все просто. В бесплатном варианте вы можете загрузить до 40 мегабайт различных изображений. Ну, в моем пикточарте уже какие-то загружены, поэтому я вам показываю, вот на пунктиром выделена область, куда мы грузим, либо просто перетаскиваете сюда фотографию, изображение, ну, что вам нужно. Либо нажимаете на кнопочку, и он предложит вам выбрать с вашего рабочего стола или с компьютера, да, где у вас находится изображение. Либо, еще раз повторюсь, можно просто перетащить в эту пунктирную область. Вот, он ее автоматически загрузит, и она вот тут внизу у вас появится, как у меня. Есть несколько фотографий, изображений, которые я загружала в своем пикточарте. Он тут же показывает, сколько у вас места использовано. В моем случае это 2,7 мегабайта из 40. То есть, ну, загружено уже достаточно картинок, они не много весят. 40 мегабайт достаточно, чтобы нам хватило. Попробуйте тоже что-нибудь загрузить. Если у вас где-то что-то под рукой, лежит на рабочем столе какая-нибудь картиночка, или есть где-нибудь загрузка в какой-нибудь папке на компьютере, не нужно долго искать, попробуйте тоже загрузить и ставить ее к себе. Для этого нужно просто щелкнуть на вашу картинку, выбрать. Так, ну вот я смотрю, плюсики уже появились первые, что у вас получается загружать, ну, то есть тоже ничего сложного. Замечательно. Загрузка у нас получилась. Ну, тут в загрузке больше у нас рассматривать нечего, все мы загрузили, сразу же использовали, если нам это необходимо. Следующее меню, это у нас background, это фон. Ограничения на формат рисунка, нет, ограничений никаких нету, только по весу. То есть 40 мегабайт – это тот трафик, который вы можете использовать. Вот. Бэкграунд – наш фон. Как видите, здесь логично. И, собственно, как я уже говорила, есть два варианта задания фона. Фон задается для блоков. Напоминаю, что наш пикточарт делится на блоки. Заголовок – это, в принципе, сейчас, наверное, вы на нем работаете. Это верхний блок небольшой, да? Потом не основной, где сама инфографика должна находиться. И еще ниже это подписи разные, ваша подпись, логотип, если он есть, какие-то ваши данные, как вам можно обратиться, найти телефон, почту, ну, какая-то информация контактная, вы правило делаете. Вот, для каждого можно отдельно задать свой фон. Либо цвет, вот он, наша банка с краской, да, и мы выбираем цвет все как обычно. Либо какой-то из узоров. Причем для узоров, ну, это вам нужно просто поэкспериментировать, когда добавляете узор, он может вам предложить выбрать цвет для этого узора. Или если вы вверху зададите не белый цвет, а какой-нибудь другой, то узор изменится в зависимости от этого цвета. Вот. Можете попробовать добавить фон в своей инфографике. Добавить фон, посмотреть, как это будет выглядеть. Лучше, если вы добавите какой-нибудь узор, предварительно выбрав цвет, чтобы этот узор относительно цвета изменился. Некоторые узоры статичны, они меняться не будут, не пугайтесь. Другие узоры поменяются. Видео вебинара «Надежда» обязательно будет у нас на следующий день, то есть завтра, размещено на нашем сайте itpedagog.ru в разделе вебинара.
И там же вы сможете скачать и презентацию, чтобы вот эти все шаги еще разочек посмотреть. Так что не переживайте, если вдруг сейчас не успеваете что-то делать, то можете либо просто посмотреть вебинар до конца, да, чтобы разобраться, либо до конца уже разбираться в пиктачарте. А завтра посмотреть еще раз вебинар. Итак, с фоном тоже разобрались. У Елены не получается, подтвердили с почты, но не можете зайти на сайт. Елена, ну вы тогда с нами пока параллельно вебинара, в конце вот у всех, у кого не получилось зарегистрироваться, еще раз посмотрим, что же там происходит и куда все пропадает. Вот. Ну, не волнуйтесь, давайте вместе с нами, чтобы вы уже потом были ко всему готовы, когда у вас все-таки получится зайти на сайт. Вот я смотрю, что фон тоже у всех получился. Даже, наверное, поменяли. Ну, замечательно. Будем считать, что с фоном мы разобрались. Следующее меню текст. Как вы понимаете, графические элементы и текст – это самые популярные пункты меню, которые мы чаще всего используем. Здесь все точно так же, как с графическими элементами. Щелкаете на тот вариант текста, который вам нравится. На самом деле это не принципиально. То есть они тут даны вроде как разных размеров и разных шрифтов, но какой бы вы ни щелкнули, вы всегда можете поменять как шрифт, так и размер текста. Поэтому здесь не принципиально, вы можете выбрать любой и поменять размер. Сейчас я открою, как это выглядит. Вот. То есть, как видите, я выбрала title, это самый верхний как бы заголовок. Вот здесь у меня сейчас поместился верхний блок, это как раз заголовок инфографики должен быть, да, на картинке. Вот. Когда у нас выделен текст, чтобы его напечатать, нужно два раза щелкнуть в окошечко, да, там, где тайтл написано, и пишем. На русском языке, естественно, на английском писать не надо, он все хорошо пишется. И здесь, как обычно, как для обычного элемента, мы можем поменять для него цвет, копировать, вставить, вырезать, задать прозрачность, если нам нужно нашего текста, да. И потом, как в обычном документе текстовом, да, текстовом редакторе, можем задать тип шрифта и его размер. Ну, здесь у меня стоит 70, вы можете выбрать другой. Дальше идут функции полужирная и курсив начертания, да. Но, к сожалению, они недоступны в версии бесплатной. Но мы без них обходились, поэтому я думаю, что, в принципе, этого достаточно. Далее, в рамке это он, потому что как объект вам показывает. Если хотите текст поменять, то вы просто два раза внутри этой рамочки щелкаете. И он даст вам изменить. А рамка это просто он выделяет как объект. Угу. Если на пустом месте щелкнуть, на пустом месте не экрана, а блока, в котором вы работаете, да, ну вот в моем случае это блок заголовка, то тогда сама рамочка тоже исчезнет, а текст просто будет текстом. Собственно, пониже, как вы можете видеть, текст фрейм написано. Это как раз рамочки для текста. Ну, если вам нравится, можете использовать. Я, в принципе, их не использую. То есть весь текст можно выделять и в прямоугольники, и рядом иконочки какие-то ставить. Мне кажется, это удобнее для инфографики. Но, пожалуйста, вы тоже можете использовать это различные, ну, типа стикеров для текста. Вот, смотрите, не закончилось меню, да, у нас там есть дальше положение. Это положение в блоке, то есть в вашем текстовом блоке, как раз в этом прямоугольничке. Положение по центру, справа, слева, как в обычном текстовом редакторе. Ну и опять перемещение вперед-назад, ссылку, если нужно, можно настроить на текст. Вот, это что касалось текста. Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого получилось текст добавить к себе на инфографику и чего-нибудь в нем поменять. О, ну все, без проблем. Мне кажется, это вообще замечательно. Вот ваши все плюсики говорят о том, что PictoChart действительно совершенно понятный, интуитивный, несложный сервис. Вот, ну и последнее меню. Мы его подробно касаться не будем, но я, конечно же, вам расскажу, что оно такое есть. Это меню инструменты. Что за окошко все время горит, сообщающее о изменении размера пропорционально. Возможно, вы как-то меняете, растягиваете объекты, например, и он вам говорит о том, что, ну, там, текст или просто графический объект, и что он его именно пропорционально изменяет. Не могу его закрыть.
Ну, к сожалению, у меня такое окошко, конечно, вообще не появлялось. Возможно, у вас где-то стоит в настройках именно браузера. Если оно вам очень сильно мешает, то попробуйте, ну, не сейчас, да, немножко попозже, уже после того, как вебинар закончится, попробуйте выйти, зайти еще раз. Нажмите на него, это полноэкранное режим, затем я его вам советую. А, вероятно, вы вышли из полноэкранного режима, чтобы еще параллельно смотреть вебинар. Замечательно. Ну, давайте разбирайтесь, напишите, нам получилось или нет. А мы пока про меню инструменты. Что здесь есть? Как вы видите, мы здесь можем строить диаграммы и графики. Прямо в самом сервисе PictoChart вы сможете построить диаграмму или график, выбрать его вид, выбрать цвет, как вам хочется, ну и задать данные. Там появляется табличка, как обычная таблица Excel, в которой вы можете задать данные, название столбцов, и он выдаст вам нужную диаграмму. Карту, ну это актуально, или видео, да, прикрепить, это видео к YouTube привязывается. Все три элемента актуально делать для инфографики, если она у вас интерактивная, то есть не печатается на листочке и размещается в сети. Тогда эти три элемента смогут работать прямо в инфографике. Вот. Ну, как я еще раз сказала, эти инструменты не особо популярны при создании инфографики. Самыми популярными, конечно же, являются графические объекты и текст. Ну, собственно, фон вам, конечно же, пригодится один раз, когда вы его настроите для вашей инфографики. Если что-то загрузить, все. То есть инструменты... Сейчас мы их разбирать, конечно же, не будем. Вы обязательно дома попробуйте посоставлять, не бойтесь ничего испортить, обязательно подобавляйте. Но пока акцент на них делать не будем. Итак, что я вас попрошу сделать, конечно же, для того, чтобы мне тоже увидеть какой-то ваш результат, потому что жутко интересно, насколько у вас это получилось и насколько вы разобрались. Я попрошу вас создать небольшую инфографику. Это может быть буквально 1-2 картиночки. На тему, что я узнал, запомнил на вебинаре PictoChart, то есть на нашем вебинаре. Можете придумать свой заголовок, то есть это просто тема. И буквально пара картинок с какими-то пояснениями, такая вот небольшая инфографика о том, что у вас получилось сегодня узнать и что у вас осталось в памяти, что запомнилось. Вот. Здесь я еще раз напомнила, какие элементы мы можем использовать, да. Можем выбрать фон для каждого блока. Вы можете даже для одного блока выбрать фон, да, не обязательно прямо сейчас оформлять инфографику, потому что, конечно же, я прошу вас это задание выполнить буквально за 5 минут, которые у нас остались до конца вебинара. Добавить текст какой-то. Можно изменить его цвет, размер, положение, да, как мы уже говорили, справа-слева по центру. Добавить какой-нибудь графический объект, это может быть либо иконка, либо фигура, и загрузить какое-нибудь изображение. То есть все самые популярные варианты создания инфографики, инструмент для ее создания. Вот. Да, использовать вот Неля, да, ваш вопрос. Насчет сохранить. Сохранить мы сейчас как раз вот вы быстренько, буквально за 5 минуточек выполняете задание, и мы с вами заканчиваем о том, как сохранять в себе картинку, сохранять ее в своем PictoChart'е, ну, а понятно, к себе в загрузке, чтобы потом можно было распечатать и где-то использовать уже вне зависимости от PictoChart'а. Ну, а создавать, собственно, инфографику, конечно, придется онлайн. Этот сервис именно онлайн. Ну, я думаю, что ничего сложного. Пожалуйста, как только вы закончите буквально 2-3 изображения, жду ваших плюсиков в чате, что вы с заданием справились. О нашем вебинаре создали небольшую инфографику. Можно не на весь лист, а буквально изображение и какой-то текст, что вам запомнилось, что вы сегодня узнали. Вот, чтобы мы с вами попробовали все это сохранить. И, собственно, завершили наше обучение вебинару. Вот у нас уже Ольги Владимировны, первый плюсик. Юлия спрашивает, что по поводу шаблонов.
Каких именно? Если вы имеете в виду шаблоны пикточарта, то, конечно же, вы их можете использовать. Просто нажимаете на тот шаблон, который вам нравится, и потом вы его внутри будете править. А если вы имеете в виду шаблоны, которые у меня в презентации, то презентацию вы завтра сможете скачать у нас с сайта, и эти шаблоны тоже у вас останутся. А сейчас буквально один блок сделайте, картинку и текст. Вот я вижу, что плюсиков у нас все больше. Готово, Юли, тоже. Давайте еще 2 минутки. Вот, плюсики пошли, все заканчивают. И мы сейчас с вами, собственно, вместе нашу инфографику сохраним, скачаем. Ну, все, кто доделывает еще пока инфографику, вы, конечно же, доделываете, но большинство уже у нас выполнили, из тех, кто выполнял. Алла вот тоже выполнила, хорошо, замечательно. Итак, сохраняем инфографику. Вот она, наша инфографика. Ну, я думаю, вы уже привыкли к этому изображению, да? В правом верхнем углу он сейчас обведен у нас в овал такой замечательный. Как раз и находится область, где все функции сохранения и скачивания. Показываю, что вправо, чтобы вы могли ее найти. Сейчас я ее увеличу у себя на экране. Здесь мы, там, где написано New PictoChart, это автоматическое название он дает, потому что это новая у нас диаграмма. Здесь мы вводим название, можно на русском. Вас я попрошу, название можете ввести любое. Но так как я попрошу вас инфографику отправить мне, чтобы все-таки посмотреть, да, на ваш результат, потому что это жутко интересно, напишите, пожалуйста, ваше фамилия, имя, отчество, чтобы они у нас не перепутались. Ну, если вы хотите, чтобы это было анонимно, то придумайте название вашей инфографики такое, чтобы оно было оригинальным. Введите название, после этого нажимаем кнопочку Save. Ну, у меня она горит уже Save, потому что я ее нажала, то есть она уже сохранена. Кнопочка специально выделена, чтобы там всем было понятно. В общем, вводим название, нажимаем Save. После этого он ставит галочку и пишет, что у нас все сохранилось. У кого получилось, пожалуйста, жду ваших плюсиков, что у вас получилось сохранить. Если вы сразу нажмете «Сохранить», все, вижу, без введения названия, то он вам об этом напомнит, что нужно назвать нашу инфографику. Просто так ее не сохранишь. Наталья пока не получается. Ну, давайте, мы вас ждем. Вот, все, она у нас сохранена в пикточарте. В следующий раз, когда вы войдете, в самом начале, помните, ну вот скачайте презентацию, обязательно тоже еще раз увидите, в самом начале мы говорили о том, где сохраняются наши работы. Вот именно там и можно будет найти инфографику. На самом первом, Наталья, вот слева написано New PictoChart. Посмотрите, верну слайд, вот наше окно большое. Вот здесь я сейчас показываю вам указочкой на слайде. Это область, где мы пишем название нашей новой инфографики. Там карандашик и написано New PictoChart. Так она выглядит, если увеличить. Вверху над нашей инфографикой есть область с карандашом New PictoChart. Там нужно ввести название. И потом нажать Save. Напишите, пожалуйста, получилось у вас, Наталья и Марина. Получилось, все, замечательно. Идем дальше. Ну и последнее, что нам осталось, это скачать. Скачать, давайте скачаем сначала, и потом, где потом найти в PictoCharte. Скачиваем, вот она кнопочка Download. У нас уже такая кнопка была, загрузка, да, когда мы грузили разные фотографии. Здесь мы будем скачивать нашу инфографику. Не пугайтесь такого окошечка. Все, понятно, красненькие предложения, это платные. Нам они не нужны, мы нашу инфографику и так скачаем. Не переживайте. Здесь мы выбираем размер, либо Original, либо Medium. Но вы видите, он вам в пикселях пишет, какой вам нужен, побольше, поменьше. Затем выбираем формат, PNG или JPEG. Это оба формата откроются в любом у вас графическом редакторе. Это обычные форматы наших изображений, картинок, которых мы из интернета скачиваем. JPEG, я вам скажу, сохраняется более лучшим качеством, чем PNG. Но, возможно, это зависит от компьютера, на котором вы делаете, поэтому экспериментируйте. Как вам больше понравится, можете и в том варианте скачивать. После этого мы нажимаем кнопочку «Скачать». Ну, в данном случае у меня было выбрано PNG, поэтому он пишет «Скачать как PNG».
Мы, конечно же, соглашаемся с этим, и она у нас скачивается, инфографика. Все, она сохранена у вас на компьютере. Теперь, как и обещала, вернусь немножко, чтобы показать, где они у нас сохраняются. Сейчас, секунду. Вот. Посмотрите. Это то окошечко, после которого мы начали создавать новую инфографику. Вот они, шаблоны инфографики, вот она новая. И вот вверху есть то, что это вы. Дальше идут о том, что мы находимся сейчас в шаблонах, а потом My Save. Ну, что-то там дальше не помню. Pizza Charts, наверное, написано. Вот именно здесь они и будут. Угу. Надеюсь, кто спрашивал, Светлана, вы спрашивали, вот здесь вот My Saved Pizza Chart, там мы и ищем наши сохраненные инфографики, все, которые были. Вот, возвращаемся к слайду, скачать инфографику. Сейчас это буквально уже у нас последние слайды идут. Пожалуйста. Вот, Светлана, нашли. В чате я вам кидаю ссылочку. Это ссылочка на папку на Google диске. Она открывается... Переходим в эту папочку. И, пожалуйста, именно туда закиньте ваши инфографики, чтобы я могла их тоже наблюдать. Эта папочка открыта для редактирования, поэтому вы все сможете туда положить инфографику, если перейдете по ссылочке из чата. Вот. Чтобы туда закачать, можно просто перетащить свою инфографику в эту папку. Качали, открыли художество, это хорошо. Юлия Шевченко, где найти? Еще раз повторюсь, у нас, когда вы заходите в PictoChat, и появляется окошко, в котором он предлагает вам выбрать шаблон или новую инфографику, вверху один из пунктов меню. Это My Saved Picto Chart, то есть мои сохраненные Picto Charts, все варианты, в том числе и инфографики. Именно там оно все и сохраняется. Вот, специально для вас еще разочек, Юля, показываю. А, вот они, наши сохраненные работы, все здесь есть. Вот все работы... Так, считаю, что все скачалось, но лучше этого не видеть. Ну, вы, наверное, очень критично и самокритично относитесь к себе. Думаю, что, во-первых, мы с вами все это делали очень быстро, буквально за 10 минуток, поэтому надо быть к себе лояльнее. Каждый раз будет получаться все лучше и лучше. Итак, все, что в папочку сохранилось, вы тоже можете увидеть. Вот я вижу, уже 4 работы у нас лежит в папочке. Вы можете нажать на любую работу и тоже посмотреть вместе со мной. Итак. Татьяна Плотникова, уточните, какую ссылку. Если вы имеете в виду на папочку, в которую загрузить, то кидаю еще раз ее в чате. Выше она тоже была. Вот сюда загружаем. Ну, это, собственно, вот первая инфографика, которая у нас у центра Snail здесь появилась. Немножко... В разнобой у нас, конечно, получились цвета, но мы тоже растем, тоже стараемся. Вот это как раз сделанное средствами PictoChart наша инфографика. Надеюсь, что у вас тоже будут получаться не хуже, а гораздо-гораздо лучше. Ну и последнее, что бы мне у вас хотелось спросить, у всех, кто, конечно же, дошел до конца нашего вебинара, как вы думаете, для чего именно вы сможете использовать инфографику? То есть в каком случае, что бы вам хотелось сделать с помощью этой инфографики? Памятки – это отлично, потому что у нас есть разные детки, мы, конечно же, знаем, кто-то визуалы, кто-то воспринимает на слух, кто-то текстовую информацию. И инфографика – это замечательный способ достучаться до всех. Ангелина, вы, к сожалению, написали на английской раскладке. Реклама книги – тоже очень хорошо, да? Мы можем выбрать хронологию и событийность передать книги, либо какого-то героя писать с помощью инфографики. Это будет очень классно. На свою инфографику ссылку можно получить? Можно. У нас в PictoChart, там же, где и сохранение было, и скачивание, есть еще вариант поделиться ссылкой. Share. Да, на английском написано, это как раз ссылочка поделиться.
Либо, если вы не через спецчат хотите, то можете просто... ссылочки перейти Ангелина, которую я в чате вам давала, и просто туда перетащить свою картиночку. И она загрузится автоматически. Объявление мероприятий предлагает Юлия Шевченко. Да, это очень хорошо. Я думаю, что фидбэк после мероприятия тоже можно сделать с помощью инфографики, да, о том, как оно прошло. Плюс еще добавить фотографию с этого мероприятия, потому что мы можем загрузить что-нибудь. Опорный конспект к уроку. Это вообще прям очень как раз близко к образованию, да. Ключевые понятия, визуализация материала, рекламный проспект вот предлагают. Наталья, не вижу всех работ. Нажмите кнопочку F5 на клавиатуре или вверху обновление. Она должна обновиться и появиться работы, которые загрузились, пока грузилась ваша. Рекламный проспект тоже очень актуально для инфографики. Потому что инфографика вообще придумана как вариант продажи какого-то продукта, да, для целевой аудитории. Юлия спрашивает, ваши шаблоны можно загрузить и менять цвета и добавлять все, что можно. Нет, Юлия, шаблоны загрузить те, которые у меня на сайте представлены, нельзя. Это просто картиночки для того, чтобы рассказать вам, как можно представить информацию. Ну, вы запросто можете такой шаблон самостоятельно создать, сохранить у себя в инфографиках, их всего 6, и потом использовать каждый раз, меняя данные. Вот, я надеюсь, что у вас все получилось. Мы, к сожалению, немножко задержались буквально на 10 минут. Создается, где Юлия создается, конечно же, в пиктачарте. То есть открываете его, и вот прям по этому шаблону, который вам понравился, так и располагаете все элементы. А потом вы, когда сохраните, вы можете сохранить под названием свою инфографику шаблон 1 и вернуться к ее редактированию. Кстати, совсем забыла об этом сказать. Естественно, дорогие участники, вы всегда можете вернуться к уже созданной инфографике и редактировать ее. Можно опубликовать. Вот, Татьяна, да, вот мы об этом как раз сказали. Презентацию можно будет скачать мою завтра на сайте, там же посмотреть видео, собственно, нашего вебинара и еще разочек все попробовать. Ну, я думаю, что будем заканчивать. Спасибо вам большое за активность. Я очень рада, что у нас получилось сразу попробовать. Спасибо вам большое за все ваши инфографики. Я, ну, пока что только мельком посмотрела, они действительно очень яркие и запоминающиеся. Очень надеюсь, что вам это все пригодится, и вы придумаете еще кучу способов, как использовать такую инфографику. До свидания. Спасибо, Таня, большое. Спасибо за вебинар. Спасибо, уважаемые участники. Я вижу, вам понравился сервис, понравился сегодняшний вебинар. Вы со мной согласны? Вам понравилось? Поставьте плюсик. Нам будет приятно увидеть. О, спасибо. Даже по нескольку плюсиков. Мы вот недавно, как Татьяна уже и сказала, познакомились с таким сервисом и решили сразу на ближайшем вебинаре о нем вам рассказать, потому что он самим очень нравится, и мы начали его использовать в своей работе, и вот поделились с вами тем, что вот мы недавно только узнали. Так, очень хотелось бы ссылку в почту на эту презентацию, чтобы не потерять. Но презентацию мы не можем пока вам ссылочки дать, потому что она не загружена на сайт. Вы зайдете всегда на, Елена Брал, да, написала, зайдите на сайт itpedagog.ru, и там, где вы выбирали сегодняшний вебинар, по сегодняшнему названию инфографика, будет лежать эта презентация, сегодняшнее видео сегодняшнего вебинара, все там у нас подробно будет. Вот вам сейчас скинула Елена ссылку на страницу самого вебинара, где все наши вебинары размещены, там выберите по названию сегодняшний, и уже сможете и презентацию, и вебинар, если необходимо, посмотреть еще раз. Про сертификат. Когда вы регистрировались на вебинар, там же есть возможность рядом кнопочка «Заказать сертификат участника». Видели такую? Выбираете ее, нажимаете, и там есть пункты, которые нужно выполнить, чтобы заказать сертификат участника. Через несколько дней после заказа и оплаты вам на почту он придет.
Вы можете посмотреть любой другой вебинар, тоже, если вам интересен, также заказать сертификат участника, и мы вам его вышлем. Это то, что касается сертификатов участников. Ну, еще раз всем спасибо. Тут пишут, замечательный получается вебинар, нам понравился. По традиции, в конце нашего вебинара я рассказываю о новостях центра SNAIL. Вот сейчас подгрузили слайд про грант центра SNAIL. Поставьте, пожалуйста, в чате, знаете ли вы об этом плюсик, не знаете минус. Чтобы мне сегодня увидеть, какое количество людей знает, не знает. Ну, вот большинство уже знает, наверное, вы получаете наши рассылочки, читаете о гранте, и я вот каждый раз рассказываю о вебинаре. Так, повторите, как можно получить сертификат. Юлия, заходите на сайт itpedagog.ru. Лена, киньте, пожалуйста, ссылочку в чат. На сайт itpedagog.ru в раздел «Вебинары». Выбираете осеннюю серию вебинаров, и в ней сегодняшний вебинар. Рядом с вебинаром было слово «зарегистрироваться», когда вы регистрировались. Вот Александр кинул ссылочку нам. Вы выбираете слово «получить сертификат», «заказать сертификат», и попадаете на страничку, где это можно сделать. Попробуйте вот сейчас, пройдите, если у вас получится, напишите «да». Значит, слайд про грант висит. Напоминаю, что сейчас мы подводим итоги, начинаем подводить итоги первой четверти, и скоро объявим победителей, грантополучателей первой четверти. Это будет у нас в конце ноября, поэтому вы сможете услышать первые, увидеть первые фамилии детей, которые выиграли планшет, координаторов, среди которых мы распределим 50 тысяч рублей в соответствии с зарегистрированным количеством участников, учителей, соответственно, тоже получивших 50 тысяч рублей. И не забывайте, что в конце года есть возможность ученика получить приз по итогу года и у образовательного учреждения. Образовательное учреждение мы дарим в этом году класс робототехники, и образовательное учреждение может получить этот приз благодаря вашей деятельности ваших детей, победам. Вы можете заработать своей школе, своему образовательному учреждению такой подарок, такой приз от нас. Следующий слайд, который я хочу вам показать, это мероприятие ноября центра SNAIL. Хотелось бы напомнить, что вот такие мероприятия по всем школьным предметам у нас планируются в ноябре. Очень вас будем ждать, очень надеемся, что вы выберете что-то по душе, с удовольствием поучаствуете. Обратите внимание, что у нас есть здесь мероприятие «Конкурс игра по ОБЖ Муравей», которое будет 17 ноября, сейчас открыта регистрация активная, регистрируются участники, а завтра у нас будет вебинар, посвященный конкурсу игре по ОБЖ «Муравей» в 14.00 по Москве. Так что, если есть желание познакомиться с заданиями, с тем, как их эффективно выполнить, приходите завтра на вебинар. Стоимость участия в конкурсе игре по ОБЖ «Муравей» 55 рублей, цена достаточно подъемная. И также конкурс «День мамы», на котором вас тоже приглашаем, я хочу обратить ваше внимание. Это семейный конкурс. Задание выполняется детьми вместе с родителями. Мы прямо в задании пишем, что были фотографии, рисунки, где дети делают задание вместе с папой и мамой, для того, чтобы вот они все вместе провели так интересно несколько дней. Так, вот, это такие мероприятия, которые вас ожидают. И такое еще небольшое замечание, напоминание, что если вы зарегистрировались в наших мероприятиях за один день до начала конкурса, то есть до начала конкурса, то в день его начала вам на электронную почту придут задания, вне зависимости, произведена оплата или нет. Вот такой вот небольшой бонус от центра SNAIL. И вы можете раздать их детям, уже начать выполнять и произвести оплату в течение самого конкурсного периода. И еще один момент, на который тоже хочу обратить ваше внимание, что во время всего конкурсного периода на любой конкурс центра SNAIL можно зарегистрироваться, выполнить задание, произвести оплату и прислать результаты. Только порядок будет другой: зарегистрироваться, произвести оплату, выполнить задание и прислать уже затем ответы на проверку. Подскажите, когда будут сертификаты конкурса лет? Татьяна, все печатается, мне кажется, наш почтовый отдел уже находится на моменте рассылки этих мероприятий, этих сертификатов, так что, в принципе, до конца ноября вами все будет получено. Так. Если есть еще вопросы, пишите, буду рада на них ответить. Приходите на наши вебинары, завтра, напоминаю, будет по ОБЖ,
А 10-го будет вебинар «Как получить материальное вознаграждение педагогам и детям, участвующим в конкурсе «Центр СНЛ». Приходите, мы подробно вам расскажем о том, как сотрудничать можно вам вместе с нами и не только эффективно участвовать, но и вместе с нами сделать участие в конкурсах «Центр СНЛ» таким дополнительным небольшим доходом собственным. Позволяя детям принять участие в конкурсах, мы видим и знаем по вашим отзывам, что они вам нравятся. Поэтому приходите на вебинар, мы подробно расскажем про сотрудничество с центром СНЛ. Спасибо большое, сердечко, очень приятно. Вот, желаю хорошего вечера. Так, Юлия, можно? Сейчас Елена что-то там допишет здесь. А, через Сбербанк онлайн можно? Да, Юлия Шевченко, да, можно оплатить через Сбербанк онлайн. Это вам ответили, это вот там мне написали. Ну все, желаю вам хорошего вечера. Ждем вас завтра в том же месте, в то же время. Всего хорошего. До свидания. Отключаюсь.